За 6 месяцев до этой осени оружие Кракена, пятизвездочный отель. Всем привет, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить Чарли Мёрдор. Ну что, мы в каком-то отеле. Непонятно, что нам здесь надо делать. Я смотрю, у меня в руке какой-то баллон, непонятно чего. На, сломали кровать. Все, развалили тут пятизвездочный отель. Номер наш. Ну-ка, дай-ка телевизор. Ага, все, подобрали. Пошли отсюда. Здесь больше нечего делать. И платить я за него не буду. Вот так вот. Выкинули нафиг телевизор. Опять ты здесь. Ёлки-палки, опять тебе не повезло. Теперь тебе сломали гитару, да? Ай, ё-моё. Не фартит ему, а, ребят. Мне уже его даже жалко стало. Я обрету покой, когда уничтожу тебя. Это он, наверное, про Чарли опять говорит. Ну, его понять можно. Ну, а мы продолжаем играть. И тут у нас какое-то побережье. Ух ты, пивко продают, ребят, посмотрите. Так, краба нельзя взять. А здесь у нас перчатки Ренегат. Стиль Реглан. Неплохо. Войти в чи. Да, вот что взять-то только, а? Что будет у нас получше, ребят? Я, наверное, чем дороже, тем лучше, я думаю, да? Давайте возьмем, наверное, войти в чи. Отлично. Ох, какой у меня костюмчик-то. Так, теперь у нас тут тяжелые цепи. А здесь что? Капюшон. Ботан. Давайте, наверное, перчатки Ренегат возьмем. Или тяжелые цепи. Нет, наверное, все-таки перчаточки мы возьмем. А это что у нас такое? Капюшон, а это шапки, да? Ну и надо нам шашлык. Нет, шашлык нам пока не нужно. Давайте продадим барахло какое-нибудь. Красная маска на мне одета. Так, ермолка-то, наверное, будет получше, да? Давайте ее оденем сейчас. Надевай. Ну, а красную маску, естественно, продадим. Войти в чи у нас уже одета. Вот, перчаточки напялили. Ну, в принципе, ребята, можно продавать всякий хлам. Давайте маску эту продадим. Все эти костюмы, которые у нас завалялись, они все равно нам не нужны. А денежка нам всегда пригодится. Так, отлично. Что еще у нас? Цепи, мумии. Нет, это мы оставим. А вот это все продадим. Так, давайте, наверное, может быть, здесь что-нибудь продать еще. Ладно, пока останется все, пускай так. Надо мне теперь еду, ребята, еду обязательно. О, здоровье 138. Слушайте, надо затариваться по полной программе, ребят. Потому что черт его знает, что там нас ждет впереди. А без подхила далеко мы с вами не уйдем. Поэтому будем затариваться по максималочке. Так. Ну, эти перчатки у нас уже куплены. Так что на них можно не смотреть. Блин, тяжелые цепи получается лучше, что ли? Да нет. Не может этого быть. Ботан. 117 баксов. Меня они, ребята, в заблуждение, блин, ставят, а? Что такое ботан, а? Я не пойму, для чего? Наверное, это все-таки шапка. Больно напоминает шапку, а это капюшоны. Ну да, так оно и получается. Я даже не знаю, что. Фиг с ним, наверное, может быть, ничего не будем брать. Вроде как затарились мы. Тяжелые цепи вот есть только. Хотя у нас ренегаты, они лучше. Да, если я не ошибаюсь. Ну-ка, где у меня перчатки? Да, ренегат. Ударная волна при бросках. Ладно, возьмем, наверное, с вами все-таки, ребята, вот эту шапочку-ботан. Я не знаю, что.
Она себя представляет, но сейчас мы ее купим. В чепчике в таком, ё-моё. Ну ладно, давайте сравним, что она лучше или хуже. Слушайте, на порядок лучше, поэтому ермолку можно, в принципе, и продать. Так, еще раз закупимся мы с вами под хилом. Это что у нас такое? Пильзнер. Фрост Фейс. Ну и название. Вот такое вот у них пиво, ребята. Так, сколько у меня еще? Ой, все, скоро рюкзачок мой заполнится. Все, ребята, да? Предел. Но мы, наверное, можем с вами что-нибудь продать, так ведь? Вот эту ермолочку, например. И давайте смотреть, кто нас будет ожидать впереди. Давайте здоровиться, подкрепим себе маленечко. Отлично. И побежали, побежали. Ну-ка, дай-ка мне машину эту взять. Слушайте, написано ПВП. Непонятно, для чего они это написали. На-ка. Не получилось у меня скинуть. Так, давайте-ка глянем, что у меня. Так, где она здесь лежит? Вот она. Отличненько. Есть предмет. Путешествие. Ну что ж, давайте сходим. Что это за путешествие у нас такое здесь? Написано ПВП. Первый раз это вижу. И к чему они тут написали? Ага, это просто бить можно. Ну, ясно. Так, я думал, что это... А нет, это по продаже. Я думал, что можно разбить. О, ребята, я вижу штрих-код. Давайте-ка... А нет, подождите, можно поднять здесь немножко мне статы. Вот так вот. И вот так, замечательно. Ну, а теперь давайте просканируем. Ну-ка, что нам дадут? Футболку какую-то. Ладно, давайте, наверное, с вами... Да что ты... Вот... Слабая. Слабый капюшон. А футболка вроде так, на уровне, да, ребят? Смотрите-ка. Давайте, наверное, может быть, футболку оденем. Хотя тут ударная волна при падении. Рубашка Китти. О, вот так вот будет стильненько. Замечательно. Нужно больше игроков. Вот засада, а. Да, жаль, не могу я пойти. Хотелось бы посмотреть, что значит ПВП там. Но так как я играю соло, мне этого не дано. Опа-на, опять штрих-код. Достаем свою мобилочку и активируем. Нет места, здорово просто. Что же делать нам, ребята, тогда? Может быть, бутылочку пива выпить, а? Ну-ка, проверим сейчас. Будет место у нас или нет. Отлично. Есть предмет. Получили какие-то перчатки, насколько я понял, да, ребят? Ну-ка глянем сейчас. Да, цепи бродяг. Фигня какая-то. Но зато на халяву. В любой момент мы сможем их продать, если что, и выручить маленько денег. Ну что ж, нам придется возвращаться обратно, откуда мы начали. Побежали, одним словом. Так, а здесь, наверное, спрыгиваем. Ага. Все великолепно. Чё тут врагов нету? Куда все пропали-то, а? Так. Ёлки-палки, это помойка, что ли? Сливные токсические отходы. Так, подождите, опять штрих-код. Достаем мою мобилочку и активируем. Что нам дадут? Блин, опять нет места. Ну что ты будешь делать, а? Приходится тратить пиво. Еще разок. Есть предмет. Опять какие-то перчатки мы получили, ребят. Так, что нам сюда не спрыгнуть? Вверх нам не запрыгнуть. Приходится, наверное... Ага, вот ступенечка. Отлично, отлично. И перепрыгиваем. Опа. Великолепно. Кто нас тут будет ожидать на этой помойке, а? Бомжи какие-нибудь? Ёлки, опять штрих-код, что ли? Да, лежал... Оу-оу! Тихо! Ё-моё, блин, вот это... Два мини-босса... Египетский ты носок, а? На-ка, получи, блин.
Самурая разрубил. Ну ты молодец, тыква. Так, давай-ка, вот так вот, как вам мой суперудар? Циркулярками всех пилить. Черт, закончилось как-то очень быстро. Ёлки-поп, мне этот громила бесит, если честно. Фига он там наяривает. Так, тыква, куда бежишь? Куда разогнался? Получил от своего же люлей. Нормально. Тихо, тихо, не надо вот этого делать. Только не токсическая хрень твоя. Когда он ей плюется, блин, это очень жестко. Так, теперь давай суперудар. Да что ты... Блин, меня, ребята, спасает то, что у меня удар на шмотки. Точнее, скилл на шмотки. Опа, что там выпало из машины? На! Ублюдок мелкий. Во-во-во-во, давайте друг друга там валите. Что у меня при падении, когда я падаю, идет ударная волна электрическая, вот, видели? И она их сбивает. Это обалденно просто. Так, бутербродик вижу какой-то. Чертов самурай этот ниндзя-мертвец, блин, прибежал сюда. Нельзя расслабляться, ребята, нельзя. Смотри, что делать, а? Подгнидыш. Блин, вот если бы вот этой волны не было электрической, они бы меня сейчас соплями своими просто бы заплевали. Поверьте мне, этот вариант уже пройденный. Опа-на! Еще один мини-тыкварь пришел. Как я его называл? Джейсон? Да-да-да-да, именно он. Ё-моё, неплохо, неплохо мочит корки. Но не тут-то было. Я уже не тот слабон, что был в начале игры. Я уже продвинутый. Да отцепись ты от меня, ублюдок мелкий. Отлично, сдох. Хорош, 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 готовится к прыжку. Но не тут-то было. Бутербродик дайте. Я очень голоден. Так. Ну, давайте, 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 давайте. Иди сюда. Вот так шикарненько. Добиваем их. Я смотрю, там что-то лежит, какие-то предметы. Ну-ка дай пистолет мне. Ну, подходи. Ох ты, ничего себе. Огнемет кончился. К сожалению, он очень быстро кончился. На! Только глаза и остались одни. Ух, замечательно. Ну что, ребят, давайте заберем тут футболочку. А это что такое валяется у нас? А, деньги были. И еще какую-то повязочку мы забрали с вами. Ладно, в принципе, нормально, да? Ничего, конечно, такого хорошего не взяли, но на продажу пойдет. Дайте-ка лучше пистолет возьму. От него будет больше толку. Так, подождите, здесь еще у нас опять этот штрих-код. Активируем. Есть сторонники. Что такое сторонники, непонятно. Так, а сюда мы зайти не можем почему-то. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, ребята, опять вы тут, а? Нежданно-негаданно пришли. Все, закончился мой пистолетик. Придется бить их суперударами. Ну, хорошо, я смотрю, этот амбал... А, нет, нет, нет. Я думал, что он не может запрыгнуть, но... Запрыгивает еще как. А что там бегает? Куда-то отбежал, ударил там кого-то, непонятно кого. Главное, чтобы мне не попасться под его тесачок. Смотри, смотри, куда-то побежал, побежал. Бум. Кого он тут бьет, непонятно. Черт подери. Ё-моё, блин. Да хорош, хорош, ядрить тебя на корень, а. На-ка. Хе-хе-хе. Получил кузовком. Да, против его тесака, ребята, не поспоришь. Черт, отбежал, а. Ну как ты не вовремя отбегаешь? Запрыгни, нет, запрыгни. Куда же он денется? Да ну нафиг. Завязывай давай, блин, жирный. Блин, какой-то бронирован. Ну, он сейчас сдохнет, ребят, смотрите, у него уже хпшек нету. Так что... Так что давай, иди сюда. На, в лобишник. Блин, не сработал фокус, елки-палки. Все, отдуплился. Оу, так вот вам. Узи, блин, там еще... Какого лешего ты встал-то опять, жирный? А, черт подери, ребята, тут их надо добивать. Я же забыл, да-да-да. Нужно, пока он валяется, успеть его прибить. Да, два Джейсона, это, конечно, не айс.
Вот он мой момент славы. Да куда ты, что ты делаешь-то, блин? Да, хотел ударить, но не вышло, блин. А люлей получает только шорох. Все, он упал. Да, конечно. Не получилось у меня. Да сколько вас тут, а? Давай быстро. Вот, XXX, ну, отлично. Вот это другой разговор. Накумарил, так сказать, этого жиртряса. Ну, зомбари, как видите, не угомонятся все, а. Особенно этот ниндзя поганый. Ух ты, неплохо. Шикарно вышло. Всех порубил. Так, давайте капюшон тут заберем. Да ё-моё, опять не хватает места. Жаль, конечно, жаль. Так, ну что же. Тут у нас дверь какая-то. Ууу, еще ремешки с шипами нам не нужны. Давайте сюда, наверное, зайдем с вами. И посмотрим, что нас здесь ожидает. Так, мы в какой-то якобы пещере, да, с вами? Ну да, так и есть. Слишком дофига тут всяких бочек. Опа, прыгаем. Ай-яй-яй-яй. Черт подери, да-да-да, Рекс, я тоже очень недоволен этим действием. Перепрыгиваем. И куда мы с вами прикатимся? А, ну просто ниже спустились. Ну что же, пока довольно все тихо. И никого здесь нет почему-то, а? Опа, паучки! Не было печали, но паучки-то тут откуда, а? Ну, хотя, в принципе, логично. Подземелье какое-то, точнее, пещера. А паучки любят где... Оу-оу-оу-оу! Где посырше и погрязнее, и потемнее. Ё-моё, я еле двигаюсь в этой паутине. На, готов один. Так, иди сюда. Ну что, довольно неплохо у меня идет дамаг. Я посмотрю. Очень даже хорош, зомбарь. Ёлки-палки, слишком их тут дофига. Главное не дать себя окружить еще. А то начнется тут у них веселуха, так скажем. Слушай, вас не слишком тут, ребята, много, а? Расплодилось, блин. Может, как-то сменьшим вашу популяцию? На. Попал, как говорится, под удар. И все-таки они друг друга тоже, ребята, херачат, как вы видите. Ух, шикарно получилось. Ёп! Твою налево, а. Так, опа, зомбарь-то тоже наполовину таракан какой-то, мутированный. Не расслабляемся, ребята, меня отравили, по-моему. Да ты хорош, завязывай давай, а, чудило, блин. На. Вот и другой разговор. Так, отлично, давайте этого говнюка мелкого добьем. Вот так вот. Шикарно получилось. Тут еще что-то у нас лежит, я смотрю. Давайте с этой головой побежим. Не знаю, куда нам тут идти. Но, в принципе, все вперед и вперед. Так, тут какие-то кости. А, выползли, гаденыши. На. Попал зато. Во-во-во-во-во-во. Вот так, хорошо, ребята. Так, одного нету. Блин, я бы бочку... Ух, хотел бочку в него кинуть, но не получилось. И его из себя траванул. Ну и что? У меня, в отличие от него, есть подкреп, как вы видите. Так, давайте. Все за мной, бегите. Бегите за мной. Вот так, вот. Самое то, что надо, ребята, получилось как раз в куче. Ёх, завязывай давай. Признание в Японии... Получил анчивку. Непонятно, почему именно признание в Японии. Так, тихо. Да сколько же вас тут, а? Эй, не могу запрыгнуть. Блин, вот тупанул-то сейчас я, а? Блин, без подхила здесь никак, ребята, не справится. Хорошо, все-таки я взял эти пивка-то побольше, как говорится. Оно меня сейчас очень хорошо выручает. Но, тем не менее, оно может закончиться. Главное не прозевать. Ну давай, запрыгивай, что там стоишь? Ладно, сам спущусь. Давайте его возле стеночки грохнем. Вот так. На, пробивной. Еще разок. Все. Только ствол там какой-то от него упал. Что там такое, непонятно. Подбираю, что-то подбираю.
И кто у нас тут? Мне такое ощущение, что будет босс-паук. Опа-на. Чарли, Чарли, Чарли. Ребят, я не Чарли, я Рекс. Чарли где-то там у нас. Воу-воу-воу, это что такое было? Не понял я это. Какое-то привидение, что ли? Ну, вроде тихо, босса нету. Или это он меня просто тут напугать решил, а? Ивкин. Привет. Да. Ерунда какая-то написана. Ну что ж, давайте продвигаться далее. Опа-на. А это что у нас тут такое? Инк. Татуировочник, что ли? Точно. Задействуйте все пригодное оружие сразу. Опа-на, замечательно. Спасибо, братишка. Так, я еще могу выучить, ребята, что-то. О, давайте вот это, сверхдрайв. А почему бы и нет, а? Да? Вот так, отлично. Ну, а у тебя, наверное, как обычно, нож, да? Да, это у меня уже есть. Ну, а теперь осталось продать всякое барахло, которое мы с вами набрали. Так, давай, камуфляж этот. Так, что тут у нас? Вот это. Бродяга. Перчатки без пальцев. Рубище мумии. Так, ренегат нам нужно. Ну, я думаю, что, наверное, вот это тоже можно продать. И вот увеличительное стекло, наверное, тоже, да? Или оставим? Не, продадим. Ну что же, все отлично. Все замечательно и хорошо. Сделали новенькую татушечку. Меня это вполне устраивает. Правда, непонятно, как оно будет задействовать все оружие одновременно. Может быть, неправильно как-то перевели они. Ну, нас это мало волнует. У нас вот что. Отлично. Какие-то тут яйца или коконы. Слушайте, их тут слишком дофига. Что, неужели мне тут всех бить? Давайте вперед пойдем. Так, подожди, подожди, подожди. Что такое? Так, а это что такое вообще лежит на земле? Оу! Оу, это, ребята, огнемет. Ха, другое дело. Вот сейчас я эти яйца тут быренько пожгу. Ну давай, давай, жги, жги, Рекс. Мне вот интересно знать, сколько зарядов у этого огнемета. Хватит ли мне спалить тут все, а? Но пока вроде неплохо. А, кончилось, ё-моё, блин. Там, по-моему, еще был один, да? Если я не ошибаюсь, ребята. Не, так дело не пойдет. Так слишком-слишком долго и муторно. Хотя, с другой стороны, дрожжи, дрожжи для пива, это хорошо. Послушайте, а может быть, мне и не надо здесь ничего делать, а все-таки здесь тупик. Пойдемте с вами обратно вернемся. Давай-давай-давай-давай, Рекс, поднажми. Хотя в обратную сторону куда? Выходить из пещеры? Тут татухи у нас делаются. Ёлки-палки, блин, хотел взять бочонок этот. Не туда. Нет. Вот как специально, нарочно не придумаешь, называется. Ладно, хорошо, давайте мы все-таки разобьем эти все яйца. Или коконы, я не знаю, что это такое. Если здесь ничего не произойдет, тогда пойдем в обратную сторону, да и все. Хотя мне кажется, что они здесь просто так лежат. Комната-то тупиковая, я отсюда никуда не могу выйти. Только в обратном направлении. Так. Последнее осталось. Опа, нет, ребята. Beautiful Queen. Великолепная королева. Блин, это босс, я так понимаю, да? Ну, я, в принципе, был прав, ребята, что босс у нас будет паук. Ё-моё. Смотри, что делает-то, а? Гадюка. О, дайте мне ствол. Ну, бери. А, выбила, паскуда мелкая, а. На, еще. Нормально, да? Захаркала меня. Зомбари там друг с другом дерутся. Нормально, мне только на руку это все. Вообще бы забрать у него этот ствол не помешало бы, если честно. Поджег королеву. Поджег, молодец. Так, дальше их держать. Ну что же, не очень
Вот так. Жарим их, ребята, жарим. Все, она, в принципе, уже готова. Осталось ей тут немножечко. Отлично, все. Сделали мы эту королеву. Вообще, босс был просто лопух. Рубашку взяли, ствол подобрали. О, сундук какой-то. В первый раз вижу сундук, чтобы давали за босса. О, денежки, все. И уровень у нас, ребята, пройден. А что это за глаз такой? Так, подождите, я не взял рубашку, надо ее подобрать. Вот так вот. А что за глаз? Может быть, надо его с помощью мобильника активировать, а? По крайней мере, так он не берется. Видите, вообще, как будто в воздухе висит. Давайте попробуем вот так вот его. Есть предмет. Да, надо было именно через мобилу делать. И чего я тут могу сделать? Все, наверное, надо возвращаться назад. Так. Да, ребята, все мы делаем с вами правильно. Тихо, что такое? Это что, на тракторе? Погоди-ка, это что за хмырь тут мелкий стоит? Так, а что делать-то? Ага, бутылочки жрать. Это он специально их ест или он так спасается типа от меня? Я что-то не пойму. Так, не врубился маленько. Все, срыгнул, ничего не было. Летим, запустили мы его дальше. В общем, ребята, нам нужно эти бутылки жрать. Не знаю для чего, но надо есть. И как можно быстрее. Может быть, нельзя пропустить? Так, опять вот туда же. Слушайте, наверное, надо все бутылки успеть съесть как-то, а? Блин, ну это нереально, ребята, вы посмотрите. Я в любом случае пропущу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не выходит ни шиша. Все равно слишком много остаются, а? Блин. Рекс, хорош прикалываться. Что мне делать с этим говнюком мелким, а? Так, ладно, давай еще разок по-быренькому попробуем. Ай, пропустил одну. Да ну нафиг. Да их тут вообще не осталось практически уже. Нет, вот здесь вот есть. Но я до них не успеваю, он уже подтягивает их. Так, давай запускаем еще разок. Отлично. Но, по крайней мере, пока он жрет эти бутылки, мне хоть деньги капают. Хоть с какой-то пользой все это дело происходит. Так, подожди, вон там большая бутылка, надо ее сожрать, может быть. Опа, съели. Отлично. Что, еще раз запускать будем? Оу, ключик. Ёлки-палки, вот что надо было, ребята, большую бутылку сожрать. Ты посмотри на него, а. Мелкий шизик сел на трактор и поехал. И все сносит на свой пути. Всю детскую площадку, гад, разрушил. Ты что делаешь? Изувер, а? Только не горочку. А, ты качели. А, все, все под снос идет. Братиши, потише. Тут все-таки где-то дети гуляют. Мы на детской площадке, я не хочу тут разборок. Тут уже все, и пираты, и ниндзя, и зомби. И шпана эта мелкая. Тихо. Ё-моё, Джейсон пришел, фигово. На-ка, суперудар. Давай, в прыжке. Их лучше, блин, лучше всего их бить в прыжке, ребята. Так, меньше шансов отгребсти. На. Вот, сейчас накоплю. На. Уху. Шикарно вышло. На. Раздавил головешку. Так, сердечко. Отличненько. Двигаемся дальше. Главное, ножик в кармане, в руке точнее. Так, а здесь у нас что? Непонятно, пока ничего. Кемпинг какой-то, да?
И стоит у нас одна одинокая красная тачка. Ну что ж, ребята, наверное, на этой ноте я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующих выпусках. А на этом все, всем пока и до скорых встреч. Удачи вам!